Это ненавижу! Ненавижу я тебя. Где? А, все, вспомнил. Да, Дима, это место. Включи фонарик и иди. Там мужик, понимаешь? Там мужик. Кранцы не слышат ничего. Кстати. Ноль. Касательно вот этого дела, да, надо убрать его. Он тут где-то бегает, такой, а вот там вот находится, кстати, я ни хрена, слушай, Дима, я ни хрена не вижу, ни хрена. Мне надо по эту самую, поярче, можно? Не, мне нахер на максимум надо делать. Дима, я его слышу. Я тут. Дима, я слышу этого задрота. Какого задрота? С которой еще когда ходит, цепочка гремит. Ясно. Дима, вот он. Дима, ты видишь это? Я как поезд пассажиром. Я бы не называл его жирным на твоем месте. Почему он не видит тебя? Темнота. У него ведь нет камеры. Вот мне туда надо, знаешь, в чем прикол, почему я не могу туда залезть? Дима, он меня увидел! Дима, я не понимаю. Нет, не допрыгнул. А он не прыгает. Потому что камеру надо выключить в этот момент. Да? Да, он прыгать дальше будет. Я не вижу ни хера. Дима, он не прыгает вообще. Нет. В этот момент. Ой-ё. Вот как вот ай. А вот как играть? Да он типа бьет меня. А все, у меня был. Я не понимаю, он не прыгает. То есть он как бы просто не прыгает. Может там нельзя? Скорее всего, значит. Может там какое-то другое место надо что-то сделать? Может быть так. Потому что, ну как бы прикол в том, что я вот так. То есть, как бы, допрыгнуть туда нельзя, получается. Ну, идти тоже некуда больше. То есть, пошли сюда. Сейчас я его увижу, чтобы держать его в поле зрения примерно. Я не ебу. Где это шмара? Вот, видишь, глазики. Цикло, блин. Как он меня увидел тогда, я не понял, короче. А он... А он мне, да, как я по лестнице, типа. Это пока по воде буду ходить, пока он там гуляет. Так, давай повнимательней. Да, давай пока что смотрим. Вот это стена. Мне туда. Ну, однозначно, как бы, да? Мне туда. Может, что подвинуть надо? А вообще двигать можно что-то, не? Нет. Нет? Что я просто не помню. Вот тут что-то, видишь, еще есть. Куда я иду, твою мать? То есть, как бы понятно, да, что здесь идти некуда. Я как бы просто с того раза не понял, а мне просто очень тогда страшно было, потому что мы по коридору там ковыляли там постоянно. Сюда тоже нельзя. Тушу эту жирную я, кстати, не вижу. Где там где-то ходит? Сударь, у вас скоро разрядится камера. Мне похер. Ну я все равно, блин, если я пройду, то я буду крутым. Если я умру, то все равно у меня заново все будет. Главное, чтобы когда я ее начал перезаряжать, она у меня. Перезаряжать, странно сказал. Короче, чтобы когда я ее перехерачивать не начал, только перехерачиваю, у меня же все темно в глазах, потом я включаю, там такой привет. Поросеночек. Поросеночек. Дима, я нашел. Нет, Дима, я не нашел. Он тут рядом. Дима, он тут рядом. Дима, вон он. Так, короче, перезаряжаемся. Ну, как Слендерман только телепортируется. Пах-пах-пах. Поросёночек. Я хочу твою жирную мамашу. Ам-ням-ням. Я не знаю, что он тут ходит. Я, ну, по-любому прыгать-то умеет этот тварь. Тварь.
По-любому, блин, если там есть лестница, значит не на лестницу. Но он не умеет прыгать. Ну, как бы умеет прыгать, но он что-то не прыгает, ни хрена. А может он не умеет, типа. Чё за звуки? Может он типа не умеет прыгать. Так, ну, короче, смотри, если я сейчас захожу, он меня. Ладно, пробуем. Да! Но! Соси! Ой. Мужичок. Дима, понимаешь, что мы про. Блин, знаешь, что меня радует? То, что у меня это. Окна-то. Ну, не окна, а. Ку-ку. Ой. Дима, а зачем мне туда идти? Дима. Что? Ой, 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 а что делать-то? Там какой-то мужик. Дима, там мужик какой-то побежал. Это меня закрыл. Нормально. Дима, за что? Это сговор. Ку-ку. Ага, типа места, тебе по которым... Тебе назначено сюда. Я типа могу прятаться, да? Ку-ку. А куда идти, Дима? Слушай, мне страшно, вот по-любому, знаешь, вот... Когда человек испытывает страх, он это, ну, страх испытывает, короче. Когда он испытывает страх, он испытывает страх. Цитаты великих Данилов. Да, а чё? Ты не так, что ли? Мейлвард, вот, мне сюда. Вон, долбится, видишь? Знаешь, вот, ты слышишь меня сейчас? Стелс, да. Почему я не могу подойти сейчас к нему сзади? Херануть его по голове и убежать. Да хоть камеры, мне похер на эту камеру. Я жить хочу. Так же и с толстяком. Почему опять канализация? С толстяком не получится, у него это... Там что-то бегало. Мне кажется, главным героям нравится говно, кровь, кишки. Мне не нравится ничего. Давай вылезай уже. Если ты хочешь, вылезай. Мне все равно. Если я обосрусь, то я хочу обосраться быстро. Нет. Не люблю оборачиваться. О! Вот это просто сейф поинт называется. Так, передыхаем чуть-чуть. Помнишь, как мы жирного гнобили? Да, мы тут гнобили его тут просто. Знаешь, такой... А, поищи батарейку вот здесь в конце. В конце... Ой-ой-ой, что-то лагает, 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 лагает игра. Не, ты... Я не хочу ничего тут искать, Дима! Ты чё, серьезно, что ли? Так, хуже запах и представить себе невозможно. Сотни тел, набиты битком в комнату, кругом тысячи мух. Это и есть тот выход, о котором говорил священник? Да, нахер, вот выход! Самое, что интересно, это меня и ждет. А почему тут опять темно или это не темно? Не, погоди, нас расстреляют же в конце. Ну, там в мясо расстреляют. Дима, человек спойлер. Блин, Дима, знаешь, я знаю. Знаешь, Данил, я тоже знаю. Надо зажать. Двигай. Он меня не будет трогать, давай скажи мне честно. Чувак, у меня, смотрите, норм. Опять в темноту иду. Что не надо. А, сейчас будем от жирного вроде бегать. Ты из... От жирного? Или от тех, у которого палки. Опять от жирного, я не хочу от жирного. Давай мы просто пойдем в доту и все. Потому что я уже не жирного, ни чуваков с этими не хочу. Дим, я понял. Я просто слышу уже. А мне точно сюда? В дверь кто-то бьется или нет? Да. А, значит нет. Ну, поскольку я могу двигать объекты, я пойду сюда. Бегать-то я умею.
Скримеры сразу, давайте на меня все. Вообще все кто только могут. Звуки такие. Тебе нужна срочно уже батарейка. Мне срочно нужна батарейка, да, потому что потом я просто игру не пройду. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Ой. Давай за... Короче, все, мы на этом заканчиваем, все. Да. А это что это? Это где? С вами был никакой зеркс. Да. Дима, а где я? А, смотри, вот на эту кушетку забирайся. Вот сюда? Да, и вот сюда. А как? А, ну ладно. Давай допрыгивай кушетку. Давай ты станешь дудл-джампом. А, я же сказал. А, то есть, если Дима сказал, то все это так должно быть, да? Сейчас ты вроде провалишься. Дима, слово царь, да? Да, я вижу. Там сейчас что-то будет. Зачем? Я не был готов. Ой, ой. Тихо, 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 тихо. Ой, твою мать! Чёрт. Сейчас, короче, ты к доктору попадёшь. Дим, я знаю. Дверь закрывай. А, нет, не закрывай. Сосите все. Выбивай дверь. Закрывай дверь. Закрывай вот эту... Видите? Какой ты, слушай, ты такой дрыщ просто, чувак, давай. А, охрененно. Да. Еще одна дверь сюда. Мне кто-то написал в этот самый в Steam. Дима, мы с тобой... Беги, Форест, беги! Вот сюда! Подожди, кто мне в Skype в Steam написал? Не понял. Никому не говорит свой пароль. Вальридера они орут? Не! Ё! Валрайдер. Дима, он не прыгает. Дима, мне сюда, что ли? Да. Это я паркурщик вообще. Я не допрыгиваю, да? Нет, охренеть просто, Человек-паук. Ах ты, скользкий поганец. Еще одна дверь сюда. Нет. Они там долбятся. Я туда решил побежать, это я дебил. Да быстрее, блин! Реакция года. Деньги хочешь? Не надо хотеть деньги. Тихо. Знаешь, когда они вы начали долбить дверь, я, короче, подумал, что это я долблю так дверь. И привет, доктор. Да, здоров. Открывайся! Сосите лалки. Ну и привет, друг, дружочек. Ку-ку. Зачем сразу пыль? Ты вообще не добрый. Чё сейчас значит? Давай до того момента, там, где он отрезает твои пальцы в доту. Нет. Я вот эту фразу уже выучил наизусть, потому что я этот момент, знаешь, сколько раз смотрел вообще, капец. Я просто там нашел какую-то просто реакцию всяких летсплейщиков на это дело. Мне просто было интересно, как они там отреагировали. Прикинь, мы сейчас сидим такие, короче, другую концовку находим. Такой, я такой дрыгаюсь, не могу двигаться. Кирпичный завод открываешь. Спонсируем. Типа, давай, просто жахаем. Слышишь, как я все клавиши нажимаю? Да, слышу. Пошел ты в жопу! Смотри, как мы близки. Я ненавижу этого урода. Ой, у него жопа, понятно. А теперь представь, что ты к такому пойдешь там, к зубному, не знаю. К маникюрщику. О! Салон красоты. Я ваш пластический хирург. Я ваш... А почему я иду по... А что это за следы такие? Не надо. Ё-моё. Главное, знаешь, вот... О...
Я, то есть, ну не я, а этот, короче, репортер этот конченый, он вообще вообще не реагирует, не орёт, вообще ничего, похер ему. Не, он только упал и камеру разбил, он только такой... Камера, нет, мне отрезали пальцы, ну окей. Да давай уже быстрее, господи. Кассен надоел. Отдай! Вот это нельзя трогать! Домашнее видео. Он еще это снимает. Ты чё? Ты... Фу. Какие трубы охренительные. Токен! Бежак за глаза. Он вылетел. Страшно может стать, понимаешь? Да-да. А, у меня... Угу. Звук-то вообще на дно опустился. Ой, ты чё? Кстати, вот такие у Дэдпула были, по-моему, в Росомахе там. Штуки такие же. Адреналинчик пошел. Блин, я думал... Алло? Да. Я думал, он это ножницами делает, а он это... Да ладно. Я думал, он ножницами делает. Да, я тоже думал. Да, так оно есть. Да, ну да. Да, просто вот... Что с какими маленькими? Вообще маленькими. Да за что? Доктор психопат, за что он сам, так со мной делает? Нельзя так со мной поступать, я просто репортер. Никакого заражения крови нет, вообще ни разу. Во-первых, он и такой отпустил меня. Знаешь, вот самое интересное, что он как бы... Стрелять теперь не сможет в кого-то. Слушай, подожди. А раньше он так не мог сделать. Кстати, подожди. Ты сейчас серьезно? Так, во-первых, сейчас, наверное, блеванет, да. Не, не в раковину. Не в раковину. Да там, тут уже без разницы, по-моему. Говно, говно. Смотрим, видишь? Да. Они ровно закручены все равно. Он их не разломал, он просто из них выскользнул. Да. Это охренеть вообще. Это, знаешь, из того, что и такое, идем! Короче, надо, знаешь, где бегать и в какую-то, это, такую же, залезть в какую-то херню. Слишком жив. Куда мне идти? Не найдет у меня я эту ему. Спасибо. Знаешь, что я подумал? Алло. Да. No fucks given, bitches. Я не знаю, куда я бегу, на самом деле. Куда-то бегу. Видал вообще? Мастер. Понял, лалка. Вообще. Серьезно, что ли? Да. Пока он там занимался... Так, это... Пока он там... Так, я просто понял, что я не в ту сторону побежал, поэтому... Всё, победа. Так, всё, просто как бы я понял, что я побежал немножко не в ту сторону, поэтому... Тоже не открывается, да? А знаешь, что еще? Что? More fucks no given. А go в лифт, слушай. Серьезно, да, нам лифт. Кстати. А, ключ, какой-то ключ. Так. А, да-да, нет, не сюда, не сюда. Я сюда. Просто хочу спрятаться, мне страшно. Подожди. Вот сюда? Вот туда? Да-да, вот сюда. А, вот в эту, в решетку. Все.
То есть мы сейчас ищем ключи тогда и... Ну, вот смотри, сейчас проваливаешься, и тут ключ находишь. По-любому нахожу, да? Да. А где нахожу-то? А, я не ебу. Я тут убегал просто, я понял. О. Вон туда давай. Там свет туда, там хорошо. Дима, кто-то идет за мной. Я слышал этот. Кто-то за мной сейчас шел. Подожди. Это ведь не... А, это... Это эти уроды... Нет, это эти уроды, короче, с своими штучками этим. Твою мать. Сейчас еще раз ноуфаксгивн сделаем. Че, он идет? Нет. Может, это не сюда. Может, его здесь нет, скорее всего. Он не сюда пошел. Он там ходил. Я тебе предлагаю поменять батарею. Да, я согласен. Вообще, это плохая идея, потому что она могла еще подействовать. Так, знаешь что? Слушай, он с одного удара там убивает, по-моему, да? Да. Это печально. Так, туалетик. Здравствуйте. А, ну если я сюда зайду, то я тут уже не спрячусь. Нет, сможешь. А в смысле? Он меня увидит через... просто. Смотри, заходишь, да? А, в туалет в один перелазишь там. А, перелазишь. Из другого выбегаешь. Нихрена себе тактика. Нихрена. Нормально. Так, ку-ку. Так, ну пошли, чё. Похер на него, убегать будем. Я просто привык уже убегать. Все, гага, Дима нам. Самурай, блин. Дай бегу. Откуда он пришел? Тебе туда надо. Откуда он пришел? То есть он такой медленный, да? Дима, я не понимаю, куда мне идти. Смотри наверх. Нет. Нет, ничего. Где это жирная? Мамаша за Зина. Может сюда куда-нибудь там. Тут эту хрень отодвинуть. Ку-ку, ёпта. Мне похер на него, я буду двигать шкафчик. Нет, Дим, это не то. Я ничего не могу понять вообще, куда мне идти. Вообще первое правило... Ой. О! Я испугал. Так, тихо. Нет, на два из двух раз. Да откуда он пришёл? Прячься, паскуда! Не буду никуда прятаться, ты чё? Привет! Да убивай меня уже. ГГ. Не, не ГГ ещё. Да? Вот это я зря. Ага. Лалка! Паркур! Мне, конечно, это не поможет. Факин. Я забыл куда идти. Ой, да это плохо. Это ГГ. Дима, это ГГ. А нет, смотри, он сейчас проломывает дверь, сразу берешь. Так у меня заблочит сначала. Только тебе надо... Только тебе надо наоборот с того угла встать. Не, Дим, мне похер вообще. Я его не боюсь, понял? Сюда иди. Я пока не найду ключ, я не успокоюсь. Вот это я, печально сделал. А, давай! Вон экзит, вот я на выход. Я бы убил бы, если бы ты не перепрыгнул бы. Го бегать, да? Сказал он мне когда-то. Я уже забыл. Блин, Дим, я не понимаю что-то. Старые добрые толчки.
Соси. А тут ты не передвинешь его вперед. Он меня увидел. А, ясно. Тут просто какие-то короткие пу... О! Не сделали это. Ладно. Хорошо. Продвижение есть. По крайней мере, продвижение, да, есть, имеется. То есть, как-то двигаемся еще. Не стоит на месте, да, как говорится. Дима, я ненавижу эту игру! Ты видишь это, да? Да. Что сюда, куда? О, еще эти пацаны снова появятся. Зачем ты мне сказал? Чтобы я еще. Я! Валим. В лифт! Дима, в лифт! Где лифт? Где был? А, туда же там, где это. Оттуда, откуда ты. Блин. Сахи. А куда? Это другое место, да? Вот в дверь. Как-нибудь размансуй их. Сейчас я пойму хотя бы, где он. Иники-бенники или вареники. Да? То справа, то слева уходит. Вперед, можешь посмотреть? Ну, это было очень легко, на самом деле. Соси. Куда обратно-то? Дима, куда обратно? А во! Все, размансовано! Сыщи. А где лифт был? Вон, влево. Да, батя! А-а-а, твою мать просто. Он просто по-другому видит. Нахер иди! А, да-да-да. Да, я понял. До свидания, доктор. Но не куда? Вот, а ножницы упали, да? Понятно. Крутотенька, Дима, просто крутотень. Ты видишь, это выход! Дима, что делать? А что делать-то реально? Нет! Ну вон выход весь. Может там лифт, не знаю, упадет там. Это ж первый этаж, правильно? Ой, да капец, короче. Так, все, хватит сегодня хорроров. Да.